Всем привет, меня зовут Глеб, с вами Сигарет Нет, и сегодня расскажу вам про новый девайс от компании Vaporeza под названием Asmol. Устройство поставляется вот в такой вот небольшой картонной упаковке. На лицевой панели есть логотип компании, название устройства, и через окошко можно увидеть саму подсистему. Открыв коробку, мы первым делом видим подсистему, старый добрый USB кабель черного цвета и небольшое количество макулатуры, среди которой есть проверка на оригинальность устройства, есть фирменная гарантия и небольшая инструкция по использованию данного устройства. Корпус мода выполнен из пластика. Это означает, что мод будет довольно легкий. Также на всем корпусе мода располагается довольно большое количество углублений, поэтому его удержание будет еще более удобным. В верхней части мода располагается неразборный картридж. Что это означает? Это означает то, что испаритель в нем поменять нельзя, а вот заправить его можно. Картридж в моде крепится при помощи двух довольно больших магнитов, так что все будет держаться крепко и надежно. Объем этого картриджа составляет 2 мл. Сопротивление на испарителе 1,2 Ома. В нижней части расположился разъем microUSB. Внутри мода находится аккумулятор на 350 мАч. В совокупности столь высокоумным испарителем этого мода будет хватать на весь день. На корпусе мода отсутствуют кнопки управления, поэтому здесь не меняется мощность, и для парения нужно просто затянуться, и напряжение будет подаваться на картридж. На корпусе мода присутствует лишь один LED-индикатор, который позволяет пользователю понять, сколько осталось аккумулятора в моде и работает ли устройство вообще. На противоположной стороне расположилось название компании и название самого устройства. Что я могу сказать по итогу? Этот девайс отлично подойдет всем тем, кто только хочет начать свое знакомство с парением, так как это маленький, очень простой девайс, который вы просто покупаете, заправляете жидкостью, и он готов к использованию. Также это устройство подойдет всем тем, кто ищет себе небольшой девайс для парения крепкой жидкости. Спасибо за просмотр, с вами был Сигарет Нет, и до встречи на нашем канале.